Всем привет, дорогие друзья, с вами я тут. Мы продолжим играть в Final Fantasy 15. Начинаем главу 10, которая называется «Сердце короля». Переплыв море, друзья садятся на поезд, который идет в имперскую столицу Гралею. Они надеются, что, вернув себе кристалл, они вернут и свою родину, но бремя кольца королей становится все тяжелее и тяжелее для Ноктиса. Вот такая вот завязка. Главы номер 10, насколько я знаю, глав всего 15, нам еще остается 5 глав. И получается, что, если судить по главам, где-то 2 трети игры мы с вами прошли. Ну, возможно, здесь намного быстрее все дальше пойдет, и будет одна глава там пиу-пиу-пиу и полетит. Ну, а может быть, будет и дольше. Тут уж я не знаю. Сейчас, как вы видите, мы едем каким-то очень хитрым ходом. Не знаю, что здесь вот у нас картинка это изображает. Видимо, какой-то путь в какую-то точку, куда мы с вами отправляемся. А, нет, это я так понимаю, что мы возвращаемся наоборот к нам на континент. И теперь будем, наверное, делать что-нибудь здесь супер-пупер интересненькое. Ну, собственно говоря, мы сейчас все это с вами увидим. Именно для этого мы и начинаем главу 10. Звездная скверна. Несколько недель спустя. А вот и поезд, смотрите, какой красавчик. Магна Форция. Мы едем в поезде. Значит, прокатимся по Тенебре? Сначала заедем в королевскую усыпальницу. У тебя точно хватит на это сил? Раны уже зажили. Зрение рано или поздно восстановится. Да что с тобой происходит? Что? В Тенебре останавливаться не будем. Тебе пора повзрослеть, надо перетерпеть это. Я уже перетерпел, я же здесь. Перестань идти, посмотри по сторонам. Может, тогда увидишь, что кому-то сейчас куда хуже, чем тебе. Оставь меня. Как тебе кольцо, в пору? Ах да, ты же целый день. Она пожертвовала жизнь, чтобы ты мог исполнить свой долг. А ты только делаешь, что жалеешь себя. Думаешь, не знаешь, Игнис пожертвовал глазами ради тебя. И зачем? Хватит, Гладио. Ты считаешь себя королем, но на деле ты просто трус. Заткнись, ну хватит, чего вы? Я все понял, ясно, я понял. Тогда возьми себя в руки и вынь голову из задницы. Нокт. Не трогай его. Опять кольцо. Так, ну я чего-то опять в очередной раз не понимаю, в чем проблема с этим кольцом и в чем обвиняют нашего будущего короля. Тоже я не совсем понимаю, в какой трусости. Что он должен сделать такого, чтобы удовлетворить всех? Они просто едут в электричке. Смотрите. Ноктис сможет свободно гулять по поезду до прибытия на станцию. Выбитые из колеи. Прогуляйтесь, дожидаясь остановки поезда. Так, ну давайте прогуляемся. Если говорят нам, что можно свободно двигаться по поезду, давайте походим, посмотрим, что у нас здесь есть. Так, здесь ничего нету. Прикольно. Может быть, мы можем с кем-нибудь поговорить? Я пока вижу только один вагон, по которому мы можем ходить. Я боюсь этих людей в черном. Тс, не надо о них говорить. Так, тут какая-то еще штука есть, смотрите-ка.
Экстренное торможение только для экстренных случаев. Я так чувствую, что оно там не просто так, и там придется им воспользоваться. Проверить, что здесь. Давайте почитаем. Оракул Леди Луна Фрейс Тенебр трагически погибла во время ритуала призыва Гидреи. Альтисийские волны захлестнули Леди Луна Фрею и ее жениха, наследнего принца Ноктиса из Лютиса. Принц был без сознания несколько дней, но чудесным образом пришел в себя и сейчас проходит курс лечения. Слушайте, ну, Леди Луна Фрей погибла, мне кажется, из-за нас, из-за того, что мы сняли с нее охрану. Возможно, будет и какое-то другое решение этого квеста. Так, что тут? Так, ну что, давайте дальше пойдем. Что тут у нас? О, тут купе. Прикиньте, король даже не в купе едет, а в каком-то плацкарте. Да нет, это не плацкарт, это просто типа электрички. Я видела, как ты на нее пялился. Не пялился я ни на кого. Сюда мы тоже не можем зайти. Окей, давайте дальше пойдем. Вот здесь что-то есть. Ультраэликсир. Зашибись в поезде. Класс. Вагон-ресторан здесь у них есть в поезде? Я хочу что-нибудь пожрать. Да, есть, смотрите-ка. Отлично. Может быть, мы можем что-нибудь купить? Нет, судя по всему, мы ничего не можем купить. Зато здесь есть новости. Верховный главнокомандующий Флёри был назван главным виновником катастрофы. Лорд Травус Нокс и Флёри занял верховный пост в имперской армии после беспорядков из-за провала мирных переговоров. Главной задачей Верховного главнокомандующего было восстановление стабильности в Люцисе. Однако его кампания против Гидреи завершилась неудачей и привела к колоссальным потерям для Империи и для окружающего региона. Леди Лунафрей нигде нет. Это плохо. Я бы отдал бы все, чтобы ее хоть раз увидеть. Вход воспрещен, идет уборка. Забавно. Ну что, отлично, а что нам дальше-то делать? Здесь везде все закрыто. Медаль за отличие. Эту дрянь они дерут столько денег. Вот такое имперское качество. Так, задание. Карта. Вот здесь вот мы едем с вами. Смотрите-ка. И потом приедем вот сюда. Но ехать еще достаточно долго. А давайте какое-то время постоим, посидим. Поболтаемся. Вот смотрите, где находится поезд сейчас относительно вот этих вот штучек. А, здесь, кстати, какой-то вот город еще есть. Может быть, еще что-нибудь найдем ценное? Просто хочу понять. Да, походу мы все-таки движемся по карте. Но сейчас будем подъезжать к какому-то городу, и, видимо, там будет остановка. Прикольно, вот здесь вот. Пойдем в вагон-ресторан. Все-таки насколько не технологично сделана игра, да? Я понимаю, конечно, очень интересно, интересный сюжет и все такое. Но вот эти вот все штучки, это все настолько старое. Так, ладно, давайте дальше двигаться. Где-то здесь был экстренный тормоз. Во. Видимо, придется нам приехать. Ну вот мы, смотрите, мы пока до какого-то города доехали. Вроде как. Так, ну что у нас здесь есть? Что-нибудь? Поезд прибывает на станцию Картаника. Симпатичный поезд.
Так, итак, форпосты Картаника. Наш король сошел с поезда, выполнено. Так, и что дальше-то нам делать? Тоже непонятно, да? По крайней мере, мы теперь здесь можем двигаться. Десница короля, спуститесь в лифте в шахту. Давайте спустимся. Здесь какое-то оружие. Купить. Кровавый меч. Гром. Так, когда-то этот меч принадлежал воину по прозвищу Черный Рыцарь, он поглощает жизненную энергию жертвы. Киджалы Дельта. Огненное ружье одна штучка. Щит героя. Заходите еще. Так, а здесь что у нас? Так, здесь у нас всякие зелья, понятно. Это нам не очень интересно. Так, тут у нас Ноктис. Тут есть лифт, он нас должен спустить прямо в шахту. Интересно, гробница там? Эти двое пошли в самоволку на колесах, они ее называют вагоном-рестораном. Ну, пошли. Пойдемте спустимся, посмотрим, что у нас там внизу. Отправиться в карьер, да? Ты готов? Да, возьмем. Я как-нибудь справлюсь. Слушайте, его надо, наверное, было оставить, я так думаю, потому что он в таком состоянии может погибнуть. Не просто ж так его дали нам. Сказали, берите или не берите. Вот уж я не знаю. Так, Фадина Кистина. Некогда богатая рудой эта шахта последние годы не используется и теперь является не более чем укрытием для дикого зверя. Тем не менее, Кор утверждает, что в глубине этой шахты находится королевская усыпальница. Мне кажется, что Кор должен был пойти с нами. Это было бы логично. Как-то мне тут не по себе. А пролететь с недра шахты. Да, это точно. Игнис отстает от отряда из-за повреждений глаз. Не бросайте его. Окей. Тут осторожно. Я уж стараюсь. Ты не торопись, мы подождем. Слушайте, он с палочкой идет. Прикольно. Пойдемте. метров на туда вниз надо спуститься. Ух ты, какие там зрюки стоят. Жалко ему приказать, подождать нельзя Игнису. Я бы ему, конечно, попросил его подождать около входа. Но придется, видимо, идти. Ну, не такие уж это и недры шахты. Видимо, нам сюда нужно пройти. Так, помогайте, помогайте Игнису. Не надрывайся так, Игнис. Так, ну, судя по всему, нам сюда. Так, а можно королевский кортеж не будет распадаться? Так, ну что, остался... Двое их осталось. Готово. Наконец-то все закончилось. Жив остался, это главное. Так, теперь нам дальше нужно идти. Ну, пойдемте дальше. Гробница, скорее всего, здесь. Ой, Иги, осторожней. Ага.
Так, дальше нам нужно ниже спускаться. Поглотить. Есть у нас энергия льда. Я даже не заметил бы ее на самом деле. Видимо, нам вниз нужно идти. Куда-то сюда. Тут какие-то газовые фонари. Я что, один иду? Это вроде как вон все идут. Ну что, пойдемте дальше. Потихонечку, спешить не будем. Здесь встали. Штраф будем за парковку выписать. Проверить. Одно большое препятствие. Что это за гадкая машина? Если запустим мотор, может быть, отодвинем? Так, осмотрите панель управления. Панель управления у нас где-то там, что ли? Наверху 67-66 метров. Свернуться назад нужно. Вот как любит все назад и назад возвращать нас. То есть сбегай туда, сбегай сюда. Вот, вот, а, нет, это не, это панель управления, где-то здесь панель управления. Так, и чего тут? Вот она. Давайте здесь посмотрим. Интересно, а оно работает? Посмотрим. Так, проверить. Какая-то чудо-юдер машина. Эй, чё стоишь? Я не стою. Посмотрим. Тут. При отключении питания вы используете резервные генераторы. В сарае есть ключ. Возьмите ключ от генератора в сарае. Зашибись, 66 метров. И 66 метров куда-то вниз нам нужно идти, судя по всему, наверное, сюда. Интересно. Видимо, нам сюда. Придержи коней, принц. Окей, окей, и ждем, ждем. Пошли вниз. Так, ну это еще не сарай, явно. Это что-то другое. А теперь нам, видимо, куда-то сюда. Какие-то болоты, какая-то жижа, какая-то грязь, какая-то жуть. Притормози, тормозим, тормозим, давайте, догоняйте. Давайте резче, друзья. Ну вы-то что тормозите? Давайте резче. Я же стою, жду вас. Все, отлично. Опачки, вот они, животные. Давайте кокнем его. Добиваем, добиваем. Готово. Пошли дальше. Это не так-то просто. Ну а ты как думал? Так, идем дальше. Тут какие-то машины стоят. Как можно было машины бросить? И они же все-таки как-никак денег стоят. Так, идете? Мне так нравится, что мы здесь командой идем. Прям вот в других бы играх тоже было бы так, было бы клево. Но, к сожалению, во многих играх это не так, а ходишь как один. Типа, генерал, принеси то, принеси это. Генерал на побегушках. 70 метров туда. Слушайте, куда-то пипец нам идти приходится. Залежи энергии. Ага, вот. Давайте поглотим. Закрыть свободного места нет. Давайте воспользуемся элемантией. Так, так, так. Баклажки у нас есть. Сюда.
И наполним ее энергией. Есть. Создать. Сохранить. Смотрите, сколько у нас еще баклажек пустых, а? По-моему, отлично. Класс. Так, ну здесь же еще есть мороз и огонь. Видимо, вот сюда можно еще пройти. И здесь же, наверное, можно устроить привал. Я так чувствую. Так, давайте опять элемантией воспользуемся. Так, баклажка. Есть, создать. Сохранить. Так, ну и давайте доберем. Есть. Так, ну давайте, наверное, привал здесь организуем. Убежище Плантаг. Окей. Разобьем лагерь. Я уже выдохся. Далее. Так, жрать, готовить, судя по всему, мы не сможем. Слушайте, ну у меня такое ощущение, что друзья совсем недолюбливают Ноктиса. О, смотрите, мы можем приготовить либо холодные консервы, увеличит максимум УЗ на 100, увеличит атаку на 30. Либо можем приготовить лапшу в стаканчике. Атака на 80, максимум УЗ на 500 и увеличит полученный опыт на 20. Давайте-ка лапшу сделаем с вами. Далее. 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 Took more photos today. You want to see? No. Not really. Yeah. Of course. Так, ну вот мы и переночевали с вами. Давайте двигаться дальше. Нам, судя по всему, вот туда. Блин, почему я не могу отсюда спуститься? Чё за фигня такая? Так, сейчас нам вот сюда вот нужно идти. Эй, Нокт, не убегай. Да не убегаю, я не убегаю. Давайте пилите сюда. Ну все, вроде все дошли, пошли дальше вверх. Так, тут какие-то зверюки. Готово. Вот и все. А ты боялась. Так, отлично. Вот и сарай. Нашел.
Ключ от генератора. Ключ у нас есть. А генераторы? Я так понял, там они управлению панели. Тогда идем. Запустить резервные генераторы. Ну что, пошли назад. А может быть, мы здесь можем пройти? Недолго мы шли вместе. Давайте речи, друзья. Ну, что-то они как-то зависли. Так, и есть, пошли дальше. Давайте-ка выберем магию. Опять Ноктис, магия, гром. Ну и пойдемте дальше. Так, с этими мы разобрались, еще кто-то остался. Так, сквозной удар, давай, промто. Готово, пошли дальше. Я что, мешал? Ну, вовсе нет, просто... Так, идем дальше. Вот там уже что-то побольше ходит, смотрите-ка. Жаба, что ли? Так, ну что, пошли туда вперед. Давай ее мочи, мочи. А мы сзади сейчас ее. Вот так вот ее. Давай, давай. Распердоливай. Готово. Вот это я понимаю, почтение. Так, ну вот они, генераторы, судя по всему. И вот и он. На что похож? На что-то с проводами, давай. Не взорви только, спасибо за совет. Получилось. Ага, один остался. Так, ну судя по всему, нам сюда. Все вроде как сюда поднимаются. Ну а нам нужно наоборот опуститься. Давайте речи, друзья. Ну что, вы там заснули, что ли? Вот еще у нас один генератор. Давайте здесь. Есть электричество. Неизвестно, надолго ли. Надо скорее передвинуть машину. Есть, сэр. Так, активируйте панель управления. Панель управления у нас находится вот там. Как нам туда попасть, неизвестно. Ну, видимо, наверное, спускаться вниз как-то. Ага, вот сюда вот. Ух ты. Хорошо пошло. Отлично. Пошли дальше. Давайте поторопимся. Ну где друзья-то наши? Давайте, давайте, пошли. Давайте подходим к панели. Подумай о других. Я только и делаю, что думаю о других.
Вот вроде ребята пришли сюда, давайте запускать. Отлично, пароход открылся. Супер. Ты это слышал? А осталось нам найти королевскую усыпальницу. Ну пойдемте. Чего опять все зависли? Пошли. Осталось чуть-чуть пройти совсем. Ну давайте идите сюда, бармалейки. Так, давайте спускаемся вниз. Вот здесь вот еще какой-то явно выключатель. Эй, ребята, давайте быстрей. Так, 100 метров вниз. Стой. А ты точно готов? Уверен, что сможешь? Смогу что? Встретиться с предком и убедить их дать тебе свою силу. Путь-то не близкий. Ты сможешь дойти до конца? Выскажем решимость. Я принял. Хочу я того или нет, я король и должен выполнять свой долг. Еще как должен. Так что пора взяться за дело серьезно. Тяжелый вздох. Все, короче, пошли дальше. Слова Глудио еще раз напомнили Ноктису, кто он есть на самом деле благодаря пробуждению. Живучесть Ноктиса увеличилась на 50%. Давайте вниз пойдем. Можно двигаться, мы это сделали. Вместе мы сила. Так, ну вот сюда мы дошли. Он что, он один пойдет? Какая здоровая пещера. Хочешь здесь один? Я не о том. Фу, ну и вонище тут. Не знаю, что там, но лучше туда не падать. Так, ну вот здесь опять очередные монстрики. Блин. Не то что-то я сделал. Так, у нас кончились, магия кончилась. Надо набрать еще. Гроб 2. Так, давайте-ка врубим. Оруженосца и всех завалим. Готово. Так, ну нам, судя по всему, сюда куда-то надо пройти. Ух ты, яйца какие-то. Недолго мы шли вместе. Что это еще? Ненавижу яйца. Ну точно надо знать, кто там сзади. О бог мой. Ёпарные кексы, что там? Мальборо.
Так, быстренько делаем ультраэликсир. Игнис эликсир. Давай. Надо Мальборо добить. Давай, клинок ярости. Мальборо спал ярость. Держитесь подальше от его зловонного дыхания. Так, мы убежали от него. Нокт, у меня есть идея. Разреши-ка. Готово. Я так подозревал. И правда сработало. Молодец, Игги. Теперь у нас есть шанс в бою. Игнис вернулся в строй, получен прием стихийное сканирование. Так, что за прием? Давайте-ка глянем. Снаряжение. Игнис. Прием стихийное сканирование. Позволяет сканировать уязвимость врага и ударить по нему самой эффективной стихией. Расходует один сегмент шкалы. Вот так вот. Уровень один из одного. И забавно. Пусть так и будет. Так. Да, за это спасибо, Игги. Игги, ты нас спас. Серьезно, если бы не ты, гнить бы нам на земле. Вообще-то мы его уже почти убили. Серьезно, рад был помочь. Где же благодарность его величеству? Лично взбивать не надо, лучше так. Так, ну что, проверить. Готово. Пошли дальше. Кажется, нашли. Жаль, не нашли лучшее место. А, это гробница как раз. Войдите в усыпальницу и примите новую силу. Королевская усыпальница, усыпальница воителя. Что за оружие нам здесь дадут? Катана. Прикольненько. У нас уже такой хоровод оружия вместе с нами. Просто жесть. Right, ну все, погнали. Yeah, так, вернитесь на поезд. Пошли возвращаться на поезд. Минутку. Okay? Все в порядке? Нет, конечно, из-за этой постоянной ругани все еще хуже. Пора наконец поговорить на чистоту. Будем откровенны, мое зрение не восстановилось и, возможно, никогда не восстановится. Но, несмотря на это, я останусь с вами до самого конца. Извини, но я против войны, это дело жизни и смерти. Но мы будем рядом. Вопрос не в том, что мы должны быть рядом. Тогда он сам должен решить. Дело не только о том, что он хочет. Я прекрасно знаю. Я не собираюсь задерживать вас в пути. Если буду отставать, то сам уйду. Что скажет его величество? Нокт, ты же король.
Стоя на месте, нельзя вести вперед. Король всегда идет вперед, учитывая все последствия своих действий, и никогда не оглядывается. Гладио, Нокт займет свое законное место, но только тогда, когда будет готов. Я понял, но мы по-прежнему в опасности, будьте начеку. Так, вернуться сразу на станцию, да. Да, что-то отношения между друзьями совершенно рассорились. И чем дальше, тем тяжелее, тем более, не знаю, напряженность какая-то или еще что-то такое, в общем, возрастает. Станция Картаника. Грузовая остановка посреди региона Сукарпа не представляет особых видов развлечений или отдыха для туристов, зато для Нокта и его друзей не представляет отличную возможность выполнить свое задание. Так, ну вот мы поднялись на лифте опять назад на станцию. Не возражаете, если остановимся в Тенебре? Почему бы и нет? Может, это ему поможет? Так, ну что, вот поезд стоит, который нас, в принципе, ждет. Здесь много всяких есть вот таких вот маленьких всяких штучек, редких монет там и прочих. Я думаю, что нам есть смысл, наверное, потратить какое-то время на все это дело. А может быть, ну его, ну нафиг. Даже не знаю, честно говоря. Мы сейчас где находимся вообще? Непонятно, в каком-то месте, да, находимся. Десница короля. Здесь есть куча всяких мегафениксов. Смотрите-ка. Здесь есть еще один поезд. Но это не наш поезд. Лазерный сенсор. Вот это интересно. Поговорить. Добро пожаловать. Ну-ка, может быть, он нам какие-нибудь что-нибудь скажет? Ну-ка, расскажи нам об этом регионе. Новый форпост отмечен. Ближайшая опасная зона. И все? Ну, мы это и так знали, без тебя. Ладно, а что здесь у нас есть? Рецепты. Увеличение здоровья. Уровень 10. Максимум мозе на 500. 500 гил стоит. Какой-то горошек, какие-то наггетсы, пюрешка там и прочее. Ладно. До встречи. Ну что, давайте пойдем дальше. Не-не-не, я не хочу с тобой говорить, друг. До свидания. Мы уже перекусили перед приходом. Побежали дальше. Посмотрим, что у нас здесь еще есть интересненького. Какие-то завалы здесь. О, здесь же, кстати, можно остановиться, поспать, смотрите-ка. Опыт будет 1-1, вагон Альберга Ди Картаника. Нет, не будем мы здесь останавливаться. Хотя, в принципе, ради прикола можно было бы остановиться. Сейчас пробежимся еще здесь. Здесь больше нет ничего. Давайте дальше. Я вижу, что там что-то синенькое светится. Вот здесь вот где-то на перроне. Вот, смотрите, сколько всяких синих, синючих предметов. Хромированная деталь. Еще одна противоядие. Вон там еще что-то. Панацея. Еще одна панацея. А нет, устаревшая банкнота. Сюда нет, мы не сможем пройти. Может быть, сможем с той стороны как-нибудь. Так, вот здесь вот еще что-то было. Нет, мне показалось. Показалось. Здесь склады у нас какие-то. Канистры, вещи. Вот смотрите, можно, наверное, сюда посмотреть. Но, опять же, игра нам такой возможности не дает. Хотя вот здесь вот смотрите, там какая-то...
грузовики, какие-то машины, еще что-то. Опять же, туда мы не можем с вами попасть. Так, ладно. Давайте попробуем сюда пробежать. Посмотрим, что у нас здесь есть. Опять же, смотрите, там куча всяких лестниц есть вниз, ведущих. Может быть, мы можем туда как-то вниз спуститься? В наш поезд. Красавчик. Так, ну и здесь какие-то тоже шнагицы валяются. Сейчас посмотрим. Мегазелье. Отлично. Сюда мы спрыгнуть не можем. Ну и, видимо, дальше пройти мы тоже не можем. Окей. Так, ну что, тогда давайте возвращаться назад. У нас уже ночь. Сейчас все-таки мы с вами поспим. Сохранимся. Посмотрим, как сон в вагончике будет выглядеть. Мне интересно. И не совсем я понял, почему Игнис сказал, что у него никогда не восстановится зрение. Ведь мы же видели, как он нам помог. И вроде как при этом нам сказали, что оно восстановилось у него. В общем, какое-то странное ощущение. Так, ну давайте посмотрим. Где-то здесь мы можем поспать. Да, пойдемте в вагон. Да. Вот как это выглядит. Зацените-ка. Так. Ну что, я думаю, что дальше продолжим. Так, ну вот, наступил день. Смотрите, солнце выглянуло, и все не так мрачно. Пора двинуться дальше. Давайте подойдем к нашему командиру поезда и отправимся в Тенебру. Да. Естественно, мы выполнили задание десницы короля. И движемся дальше. Мы тут, если что. Да, мы тебе поможем. Покатили? Осторожно. И торопиться не будешь? Не такой ценой. А вот и здесь канцлер ходит у нас, вреднючий. Посмеивается гад такой. Что же он задумал такое хитрое и коварное? Так, мы заодно только начали играть, а уже получили приз «Сердце короля». Я надеюсь, это не будет конец 9 главы. Да, это будет конец главы, друзья. Так что мы главу с вами закончили и продолжим ее в следующий раз.